Президент Ирана напомнил, что изменение исторических границ и транзитных маршрутов Иран-Армении неприемлемо. Президент Ирана Эбрахим Рейси на встрече с президентом Азербайджана Алиевым еще раз подчеркнул, что для Ирана неприемлемы какие-либо изменения исторических границ и региональной геополитики. Как сообщает Армен-Пресс, об этом на своей странице в Твиттер написал заместитель руководителя аппарата президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди. Президент Рейси дал понять президенту Азербайджана Алиеву, что какое-либо изменение исторических границ, региональной геополитики, транзитных маршрутов Иран-Армения неприемлемо. Также неприемлемо европейское военное присутствие под любым предлогом. «Запад не может отвлечь нас от стратегических интересов», — отметил Джамшиди.